Мы сейчас на исполнительной конференции в Японии. Это удивительная, красивейшая страна. Что мотивирует быть в исполнительной команде? Это путешествие всей семьей за счет компании. Исполнительная команда – это VIP-команда с VIP-привилегиями. Это прежде всего эксклюзивная конференция в эксклюзивных местах. И, конечно же, общение с топ-менеджментом. Представьте, что вы здесь, в Японии, с нами, на конференции. Какие бы эмоции вас переполняли? Следующая конференция будет в Австралии, и мы хотели бы видеть вас с нами. Вы это можете. Вечер, доброй ночи. У кого? Какое время? Какое время у нас? Добрый день. Привет всем, ребят. Проверим связь, потому что мы первый раз, на самом деле, на этой платформе. Давно были, не знаю, 10 назад. Хорошая связь, да? Видно, слышно нас? Окей. Тогда поехали. Отлично, замечательно. Мы сегодня начинаем, да? Вот, и будем говорить про исполнительную конференцию. Да, вот вы уже в курсе, конечно, что огремела конференция, глобальная конференция. Она проходила в совершенно потрясающей экзотической стране. И нам компания подарила 10 потрясающих дней. Мы знакомились с этой восточной, очень удивительной и неординарной страной. И исполнительная конференция начинается на несколько дней раньше. И мы были участниками сильвии исполнительной конференции. И прежде всего конференция исполнительная, это, наверное, немножко больше отдыха, потому что дальнейшие встречи глобальные и глобальная конференция впереди. И вот мы хотели вам немножко показать и рассказать, как это происходило, какие мероприятия у нас были, и познакомить вас с этой страной. Побольше, по поводу больше отдыха, это тоже, конечно, может быть, не для всех исполнительных, как бы для топ-15 стран. У нас получилось сколько? 4 встречи, кроме топ-15, еще было еще 3 встречи. Все секреты. Да. Мы же мотивируем. 3 встречи с руководством, обсуждали всякие разные важные вопросы. Вот здесь вот. Отлично. Но вот на ролике, который был снят, я уже сказала, что для меня очень большая мотивация была всегда попасть в исполнительную команду для того, чтобы путешествовать именно всей семьей. И вот мы, как исполнители, имели 3 путевки. 4. 4 путевки, но 3 – это наша семья непосредственно. Это мы привыкаем подождать. И что такое еще исполнительная команда, исполнительная конференция? Это прежде всего возможность неформального общения, неформально заловить в кулуарах Магнуса Бренстрома, Юрия Михайлюка, задать вопросы и на вот таких мероприятиях, закрытых достаточно только для исполнительной команды, для высоких званий, компания делится своими будущими видениями, будущими планами на ближайшие 2-3 года, стратегией. Да, но вот эта традиционная встреча, которая происходит на исполнительной конференции, называется, вообще, в программе ее зовут там «Встреча с Магнусом», да, но это как бы вот официальная такая встреча. Называется «Круглый стол». «Круглый стол», да. Команда исполнительная большая, а стол был очень большой. Да, у нас там делилось на 2 части, как бы мы были вместе с Латинской Америкой, почему-то, не знаю, ну как бы Россия, страны СНГ и Латинская Америка, да. Да, и Европа, правильно, да, и Западная Европа. Вот, и там сначала выступает Магнус, рассказывает, скажем, вещи, которые он просит потом не озвучивать. Как бы такие, да, с разной закрытой информацией, вот. А потом можно задавать вопросы, какие угодно. И даже получить ответ. Вот, и Магнус на все отвечает, рассказывает и так далее, и так далее. Особенно, ну, кто первый раз на исполнительной конференции, они, конечно, там тянут руки, задают вопросы всякие разные.
Вот. А встреча проходит всегда в каком-то там более-менее особенном месте. Здесь это был верхний этаж гостиницы, видит там с панорамным остеклением на Токио. Было очень красиво. Потом мы с Магнусом фоткались после встречи. Ну, и исполнительная команда это, если бриллиантовая команда это VIP отдых, то исполнительная команда это супер VIP отдых. Тебе дают определенного цвета браслет, под которым был черный. Это пропуск во все рестораны бесплатно для завтрака, фешенебельный, с обслуживанием, с видом. И вот здесь мы запечатлели завтрак, вот наверху видите, в японском стиле. Очень-очень специфический для европейского человека. Но это прямо, там нет фотки, это прямо вот японский ресторан, вот классический, там с низкими стульями, с раздвижными дверями, вот в такой бамбуковом все исполнении. Мы когда пришли и поняли, что мы, как бы, видимо, здесь особо ничего съесть не можем, потому что были только японцы, но они съедают все подчистую. Но вот там различные такие блюда, мы даже не знаем, что мы ели, если Я честно. смог съесть, вот там видно рыба, да, на такой длинной тарелке, да, лосось. Я смог съесть только лосось. Вот все остальное И мы все, рис, и рис. рис. Мы все остальное пробовали, но оказывается, в общем, японская кухня это как бы не совсем то, к чему вот мы привыкли Мы в России, привыкли к да? традиционной суши. Они там Да, тоже суши и есть, суши. но Вот. завтрак выглядит совсем-совсем по-другому. Да, но они едят как бы суши, это я не знаю, то есть только небольшая часть, наверное, японского меню, а вот их традиционная еда, вот, а некоторые из них как бы, ладно, так, скажем так, то есть ты в здравом уме и пробовать не станешь. Что-то такое тянется, это самое, я не знаю, с странными вкусами. Ну, в общем, короче, японцы это едят на завтрак, они ненормальные После этого совершенно. наш сын сказал, давайте пойдем на континентальный завтрак в лоджию с обслуживанием. И вот уже радостные мальчики с сосисками, яичницей Это фотография сидят. снизу, то есть мы пошли в японский, и из него сразу потом пошли в обычный, в европейский. Ну так тут пишевелись, ну практически, да, вот что-то такое очень специфическое. Но нужно обязательно попробовать. Сам, конечно, не отважишься, но компания Replay вот сделала такой замечательный подарок. И, конечно же, у нас было путешествие на целый день в Киото. Киото – это древняя столица и первая столица Японии. И Токио стало столицей всего лишь в конце 19 века, когда сёгуны отдали власть полностью императору. Сёгуны – это военачальники. Они, короче, в какое-то время узурпировали всю власть Японии. Да, они строили императора, оказывается, и были междуусобные войны между собой. Вот, и Киото – это древняя столица, такая самобытная. Там именно можно встретить людей, которые ходят реально в кимоно, одеваются в такие вот сандалии. Они реально так живут, питаются вот такой едой. Если в Токио это уже небоскребы и так далее, то Киото – это вот именно такая вот историческая столица, которая практически не пострадала от американских бомбежек, потому что она была вычеркнута военачальником американским, потому что он там провел медовый месяц. И поэтому ее практически не Там бомбили. Зато сохранились вот учили старые старые кварталы, да. кварталы и старые здания. Вот И в Токио тоже ходят с кимоно, на самом деле, и много. в Но в основном основном это, туристы. ну почему, ну как бы японские туристы. Японские, Там да, но японцы японцы. ходят. Но в основном это вокруг храмов, выходные дни, мы как бы два выходных застали, они ходят там, то есть на какие-то праздники, да, я не знаю, там зачем они ходят в кимоно. И вот вокруг храмов очень много людей в кимоно. Ну как бы вот женщин в кимоно и мужчины, не знаю, в кимоно Мужчины называется. тоже в кимоно. Традиционных, как бы, вот этой японской одежде. Мы даже видели магазины, где это все продается. Вот как бы вот там мужчина заходил реально в этих шлепанцах, как бы вот деревянных, и вот не в европейской одежде такой, а видно, что дорогая одежда, но вот она японская традиционная. Прямо ходят. Это все равно, что вот представьте, все равно, что у нас, как бы, люди бы ходили там вот в кокошниках, понимаете, по Москве, да, вот, и там, я не знаю, там в кафтанах, там с этим, в Но тут косоворотках и так меньше далее. намного ходит, О, так в поэтому Москве вообще так не ходят в косоворотках и кокошниках. и мы ехали, мчались, я бы сказала, вот на таком скоростном поезде Синкансен. Синкансен, да. Синкансен. Это возможно передвигаться вот на таком поезде из одного конца страны по большим городам, он останавливается только, да? И вот здесь у нас, не знаю, на фотках есть или нет, поезд стоит всего даже меньше минуты, а у нас было два вагона Ариплей, и японцы как-то это очень организованно делают. У нас, конечно, сутолка получилась, и там специальный человек
я не знаю, как называется, он потихонечку нас туда, Помогальщик. помогальщик впихивал в этот, потому что Они все показывают, направляют, куда идти. Там у каждого вагона люди выстраиваются именно в очередь. Никаких, никогда не бывает толпы у японцев. В общественном транспорте там как бы люди вот в каждую дверь вагона есть специальная отметка на платформе. Люди выстраиваются в очереди, вот, на эскалатор выстраиваются в очереди. И на каждом повороте стоят помогальщики, которые показывают, куда идти. Понимаете? Вот, то есть ты их даже не спрашиваешь, они вот всем проходящим рассказывают. А Reflame просто организовал, там у нас где-то через каждые 10 метров стоял сотрудник вот с табличкой круглой, красной, Reflame, и нас прямо вот четко направляли куда надо. И в Токио, и в Киото. Потому что ваш вокзал огромный, особенно в Киото, там нет аэропорта, и поэтому все в эту древнюю столицу съезжаются именно вот на этих скоростных поездах. У нас, извините, собака застула на кресле, сейчас храпеть начнет, будет слышно. Это вот два вагона Reflame. Наш вагоновожатый был... Ну, подожди. Макс. Видите, да, там на всех подголовниках повесили вот такие штуки Reflame, да, целиком как бы был нами занят. Вот, здесь прикольные кресла, их можно разворачивать на 180 градусов, то есть как бы вот так. По направлению поезда. И можно друг на друга сидеть, разговаривать, да, по поезду. Вот, и потом был такой вот фурор, да, Магнус, зашел Магнус, как это? Вагоновожатый? Вагоноуправляющий, вагоновожатый. Да. А, так он не билет спрашивал, он раздавал вот эти, знаете, мы думали, они китайские, но, видимо, в Японии тоже есть такие вот печенюшки, внутри которых бумажка, и там как бы вот судьба, да, то есть, не знаю, судьба это, ну, как бы вот, что с тобой будет там, или как бы вот там какое-то пророчество, да, вот, и там были вот как бы для каждого раздали, там были как бы на тему реплей всякие разные. Ну, у всех все было хорошо. Да. И, конечно же, Киото – это прежде всего храмы. Мы бы посетили вот дворец, вот эту резиденцию сёгунов, где было принято решение отдать власть в конце 19 века. Вот такой вот шикарный дворец, без единого гвоздика сделан. И мы вот по нему прогулялись, и нам рассказывали, как и что здесь. Подожди. Я не знаю, мы переберем время, я сам. Впечатление от их дворцов, они деревянные действительно. В общем, мы когда пошли, не сразу поняли, вот стал раздаваться какой-то свист, вот похоже на птичье пение. Никто не понять не мог, что это происходит. Мы спросили уже у скорсородов, оказывается, это специально так строили полы, у них были дырочки в форме конуса. И когда на доски наступаешь, да, вот через эти дырки проходит воздух, и получается вот как бы звук пения птицы. И когда люди идут вот по коридорам, да, дворца, все помещение наполняется этим звуком. Это, конечно, классно. Спрашивают костюмчики. Да, вот мы оделись. Да, это вот у нас там выдали всем. Как бы, вот один костюмчик мы передали для Ириной команды. И далее у нас был традиционный обед в японском ресторане, притом ресторан такой, что их очень много именно в Киото, где чтят очень традиции. Нужно обязательно при входе в ресторан снимать обувь. Дальше небольшое возвышение там, на них стоят маленькие-маленькие низкие столики и низкие-низкие стульчики. На которых мы сидели, такие традиционные японские. И традиционная еда, она немножко адаптирована для туристов, потому что... Ну да, там не было вот этих штук странных, как на завтраке. Как для места. Далее мы продолжили путешествие. И в этом году сакуру почти мы не застали. Это вот одни из небольших деревьев именно в Киото, потому что Киото намного прохладнее, чем в Токио, а в Токио уже сакура отцвела. И вот мы, конечно, все под этим деревом... Все 300 человек у этого дерева фотографировались по очереди, короче. И у японцев две веры. Синтоистская, это вот с левой стороны слайды, вот с такими оранжевыми воротами при входе в храм синтоистский. И справа это буддийские храмы. Как нам объяснили, что синтоистским богам поклоняются, когда хотят... попросить о каких-то житейских делах. Например, хорошо сдать экзамен, благополучие и здоровье в жизни. И также в синтоистском храме происходят традиционные свадьбы в кимоно, и мы вот застали эту церемонию.
А в буддийском храме, когда нужно человека похоронить, вот тогда буддийские обряды отправляются. Это суши, хатори. Ну да, но мы приехали до начала конференции, мы первые дни бегали, искали суши. То есть мы что думали, что там, как бы вот Япония, там и едят одни суши, ничего подобного. Вот, то есть, понятно, суши рестораны есть, но их гораздо меньше, чем вот как бы другой какой-то японской еды. Вот, наконец, мы нашли в центре Акихабара, это район, где электронику продают. Нашли японские рестораны, то нам его посоветовала бурятская продавщица из сувенирного магазина. Которая говорит по-русски Да, ну по-английски. да. Вот, и он такой, как бы вот, это, как сказать, его так не найдешь, где он находится, не на центральной улице. Вот, там вообще не было туристов, персонал говорит только по-японски, заказывали всяких суши, ну, в общем, где-то раза в три дешевле, наверное, чем это в России, чем японские суши отличаются от наших, другие пропорции. У нас больше риса, меньше это, рыбы, да, на суше. А у них наоборот, рыбы больше, она как бы свешивается так вот прямо. И как бы немножко суши. Правильно говорить суси. У нас вот все то, что в японском языке ши мы произносим, да, на самом деле это с. Суси. Вот, в общем, мы там вот есть. Ну и как бы не могли пройти мимо вот такого дела, покататься на рикше. Да. Рикша одновременно является экскурсоводом. Экскурсовод, они говорят только на японском, но он добросовестно останавливался у каждой достопримечательности и нам рассказывал по-японски, что это такое. Мы вежливо кивали головой и ехали дальше. Мы ему говорим, что мы ничего не понимаем, но он нам все равно упорно вот по-японски все рассказывал. Отрабатывал свои деньги. Ну и, конечно же, была встреча российская топ-15 заседания, где мы в течение 4 часов отработали, обсуждали различные моменты, различные нюансы тех акций, которые будут объявлены и не на этой конференции, а которые будут конференция в Мадриде. Ну да, нас как бы спрашивают, чего мы там обсуждаем на топ-15. В общем, получается так, что последние 2 года мы обсуждаем один и тот же проект. Вот. И вроде как наконец этот проект зафиниширует. Компания, это глобальный проект как бы для всего Airplane, не только России, его зафиниширует. И вот обещают, что в Мадриде его объявят. Как бы, Если успею подготовить. скажем так, это то, что мы от компании просили еще 15 лет назад. Мы в первый раз предложили как бы такую вещь сделать. И это то, что ну, как бы позволит нам больше денег зарабатывать всем, как бы и Да, по секрету консультантам, сразу лидерам. денег дадут побольше. Это и оптимизирует бизнес, как бы он будет, станет более правильным, вот, логичным, и в принципе денег будет больше. Ну и далее, после плодотворной работы, у нас всегда Традиционный ужин. традиционный ужин, 15. всегда везут в эксклюзивные места. Но... Ой, ой, сейчас. Что у нас, зарядка? Но Да. в этот раз мы жили в таком замечательном отеле, что там был ресторан с мишленовской звездой. Я вот прихватила вам вот такое вот красивое меню. У нас было 6 перемен блюд изысканных, просто изысканных, с потрясающими вкусами. Это французский ресторан. И с несколькими переменами вина к определенному блюду подается свое определенное вино. Не будешь рассказывать? Про еду. Вкус мяса. Ну да, слушайте, короче говоря, то есть вот ты, конечно, можешь себе позволить сходить в хороший ресторан, вот, но ресторан, где чайная ложка стоит 50 евро, вот, ну там такая посуда, понимаете, да, ну как бы хороший ресторан, в общем, короче говоря, вот, в этом ресторане было, вот как раз на наших тарелках, это японская говядина, она еще как бы, ну, особенным образом приготовлена. Самая дорогая говядина в мире. Вот, да, кроме того, что вот она особенным образом приготовлена, она, ну, не просто кусок мяса, там, не знаю, видно, нет, вот, не знаю, в чем-то она там. Ну, это секрет, В тесте, и, видимо, чем-то. поэтому у него есть Очень вкусно. звезда Мишлен Вот, этого это ресторана. был второй случай в нашей жизни, когда ты просто офигеваешь от вкуса мяса. Вот, в прошлый раз это было в Аргентине. В Буэнос-Айресе тоже крутой был ресторан. Да. Там, ну, там был чисто медальон. Там не был, конечно, мишленовский ресторан. Это было такое шоу аргентинского танца, как бы с обедом. Тоже лучший был, это было лучший как бы, ресторан-шоу в Аргентине. Вот, Reflame тоже возил. Но вот это мясо, вот можете себе представить, когда мясо ты воспринимаешь как пирожное. То есть оно вот просто вот тает во рту. Это
Это просто что-то вот невероятное, зашибись просто. Я как бы съел свое, съел Маринина, потому что она как бы быстро наедается, мы столько не ест. Съел бы еще, но остальные уже как бы все доелись, не у кого было взять. В общем, это что-то. И у нас была еще круиз по Токийскому заливу, где можно было лицезреть все практически основные достопримечательности, небоскребы токийские. Да, по Токийскому заливу, ну просто вечером, сначала там закат красиво, ты садишься, когда еще светло, потом темнеет, вот огни, все это, да, там приветственная речь Магнуса, ну, Магнуса мы и в других местах слышим, да, ну хотя тоже, вот, но просто вот как правило на исполнительной конференции, если это там не какие-то места вроде Африки, да, то это, если это большой город, то это обязательно как бы круиз, вот как бы с видами на город, вот, да, Марина меня толкает, я вытягиваю. Это вот виды, у нас была концертная программа, вот с японских нарядах. Нам сказали, это традиционное шоу гейш, то есть вот они, как они поют, как они танцуют там с веерами. Как так они так развлекают вот своих, да, клиентов. Гейш – это очень дорогое удовольствие. То есть это вот девушки, которые долго обучаются, и они именно вот, если хочешь пойти в ресторан с гейшей, ты готов несколько тысяч долларов отдать на вечер. Да, вот есть фотография, видите, зелененькая, реплей. Это вот как бы не фотошоп, это с борта корабля была лазерная проекция на воду. Вот как бы был корабль, и за ним по двум бортам как бы вот надпись «Реплей» на воде. Ну, далее это у нас вот подтверждение исполнительного звания вызывали на сцену. Это, мы расскажем, что связано с нашим исполнительным статусом, да. Вип-зона, это где у нас было? Вип-зона на там, банкете, на конференции, да. Что дает, вот, если ты исполнительный директор? Вот сидишь там где-то ближе сцены, может быть, получше кормят там на самом деле, и вокруг бегает Магнус, там офьёпники сидят за соседним столом. А это вот фотография внизу, это как раз вот когда снимали вот этот видеоролик «Приветственную открытку», который мы вначале пускали. И дальше, это наша команда, бриллиантовая команда. Мы хотим передать слово, еще много-много интересных вещей Сологубовой Кристине. Она первый раз на бриллиантовой конференции. Я думаю, ее эмоции будут намного ярче, чем наши, когда мы уже несколько раз побывали. Да? Это вот наша бриллиантовая команда. Да, передаем слово. Спасибо всем за внимание. Презентацию, чтобы Кристина могла свою... Кристина может подключаться. Пока. Коничива, как говорят в Японии, еще кланяются низко. Сегодня я с вами хочу поделиться эмоциями от бриллиантовой конференции, которая прошла в стране восходящего солнца в Японии. Хочу начать со слов благодарности компании Oriflame за то, что она предоставляет такие возможности увидеть мир по-другому. Абсолютно каждому, независимо от возраста, пола, статуса, национальности и так далее. План успеха для всех один, и каждый может изменить свою жизнь и повернуть ее на 180-360 градусов, кто хочет. Наше путешествие началось... Нет звука? Есть или нет? Напишите, пожалуйста. Все хорошо. Отлично. Наше путешествие началось с того, что лидеры компании Oriflame начали собираться в Москве для того, чтобы отправиться в такое яркое путешествие. Все лидеры абсолютно разные, но все доброжелательные, все обычные люди, такие как мы с вами. Просто они приняли для себя решение и решили много зарабатывать и брать от жизни самое все лучшее. Мы летели в Японию 9 часов, у нас был очень комфортабельный самолет, нам там два раза кормили, предлагали блюда на выбор, предлагали просмотр киноновинок, прослушивание музыки, игр, все было очень круто. Но когда мы приземлились в этой стране, я поняла, что это совершенно другой мир, совершенно другая планета. Потому что там другой воздух, там другая природа,
там другие люди, там все совершенно другое. Мы на комфортабельном автобусе сначала отправились в наш отель, затем сразу же отправились на экскурсию в город Одайба. Это город будущего, город огней, развлечений. Там было очень все круто. Мы отправились туда на поезде, который никем не управляется, он электронный. Мы сидели впереди и не могли не скрывать свои эмоции, потому что в Японии принято соблюдать тишину. В общественном транспорте никто не разговаривает, и ни в коем случае не разговаривает по телефону. Но так как эмоции нас переполняли, мы, конечно же, там шумели. Это было круче, чем американские горки. Такой поезд нас мчал, мы впереди смотрим с высоты, там высотные здания огромные, просто видно было, как лифты спускаются с огромной скоростью и поднимаются в этих зданиях, они светились, и было очень круто. Еще был вид на Тихий океан. Мы мчались в этом поезде, и дух захватывал, как это было круто. Нам просто вот настолько технически развито там все. Там даже, извините меня, туалет, целый космос, там столько кнопочек, столько всего. Мы отправились специально на общественном транспорте посмотреть, как передвигаются японцы. Вот этот вот остров Одайбо, он построен действительно на мусоре. Сначала туда свозили мусор, и постепенно один предприниматель начал строить там высотное здание, и этот остров был создан искусственно. Теперь это густонаселенный район, так скажем, где такая красота, что уму непостижимо. Улицы для пешеходов расположены на уровне третьего этажа, и не нужно уступать дорогу автомобилям. Мы там отправились в Toyota Center, где посмотрели автомобили будущего, которые без топлива работают, то есть без бензина, без всего. Это было невероятно. А также нам предложили покататься на имитаторе, который передает полностью ощущение езды на автомобиле. Мы долго к этому готовились, не знали, чего нам ждать. Захлопнули дверки такие железные. Мы думали, ну все, сейчас будет такой аттракцион. Мама, держись. А на самом деле это был большой экран. И была имитация, все двигалось, и была имитация того, как ты едешь на автомобиле с высокой скоростью по бездорожью, по камням, по песку, по воде. В общем, ощущения были крутые. Было очень здорово. Все улочки, там современность смешана с древностью. Идешь в высотные здания, и вот такая красота, раз, и такая красота, фонари, вот эти вот красные, красивые, очень здорово. Потом нас повели в ресторан покушать настоящие суши. Мы приехали первый день, и нам нужно было перекусить. Мы не знали традиции японцев и толпой весело, дружно, громко зашли в ресторан, чем перепугали работников этого заведения. Они были в шоке, думали, что на них нападение. Мы очень долго ржали над этой историей. Потом нас быстренько гид оттуда вытолкал, вывел и сказал, что в Японии так не принято, в Японии приглашают в ресторан, а мы вломились туда как террористы. Но нас там приняли, покормили действительно вкусными суши. Я, конечно, не ожидала, рыба в суши сырая, вся сырая, разная, но сырая. Но это очень все вкусно. Мне кухня Японии пришлась по душе. Там нету калорийных продуктов. Да, японцы потом от нас закрылись. Там нет калорийной пищи, жирной пищи, хлебобулочных изделий и так далее. Там все такое легкое, поэтому японцы маленькие все, миниатюрные и худенькие. Они все, телосложения нет у них
людей в теле, так скажем. Люди в теле, они специально, это только сумаисты, но у них свой образ жизни, они специально, у них специальный рацион и так далее. Было очень вкусно, мы там все попробовали, я осталась под впечатлением. На самом деле говорят, что роллы – это не японская еда, это, я забыла, из какой страны, но суши настоящие только в Японии, и это совсем не те суши, которые мы едим в наших заведениях, ресторанах, кафе и так далее. После того, как мы поели, мы прошлись по... Мы пошли гулять, и нас повели в парк Сиокадзе, где построена статуя гигантского боевого человекоподобного робота, которого зовут Гандам. Это он в натуральную величину, 18 метров, такая стоит громадина, днем очень впечатляющее зрелище, а вечером он весь подсвечивается изнутри и снаружи, и он такой мощный, это мечта каждого мальчишки, наверное, увидеть его вживую. Ну и мне тоже было впечатляюще это увидеть, и в определенное время он оживает, издает какие-то звуки и двигается. Зрелище потрясающее, мы там фоткались, делали групповые фото, нам очень понравилось. В этот же день мы отправились на горячие источники. Комплекс горячих источников, который называется Оэдо Онсены. Это такой спа-центр, который выполнен в виде тематического парка, где все в стиле Японии. Там нужно было разуваться на входе, и нам предложили на выбор халаты разных расцветок, которые у них называются юката. Мы побежали скорее, переоделись все в эти юката, зашли вот в это центральное помещение и оказались в феодальной Японии 16-17 века. Сами японцы приходят туда отдыхать, там есть ресторанчики, сувенирные лавки, там все так красиво, там сакура, там лежаки с зонтами, вот с этими знаменитыми зонтами, очень все красиво, мы там так долго фотографировали, все рассматривали, с нами были там и девушки, и мужчины, да, были очень классные фотографии, мы там, конечно же, тоже шумели немного, потому что под впечатлением не могли сдержать своих эмоций. Затем мы отправились внутрь онсена, там находятся минеральные ванны. Можно было там, конечно, принять и массаж, и сауну, и еще какие-то японские процедуры. Мы отправились в онсены, в эти минеральные источники. Они поступают напрямую, вода поступает с глубины 1400 метров именно в эти бассейны. Когда мы туда вошли, было такое, ну, это вот прям японская церемония, так скажем. Там нужно помыться в сауне, а потом в эти источники погружаться. Там горячая вода, мы во все ванны понемногу попробовали погрузиться, получили настоящий релакс, и нам очень не хотелось оттуда уходить. Это такой вот, там очень много источников в Японии, их было очень много, да, этих ванн, мы в бурлящие заходили, в кипящие, в общем, они очень полезные для здоровья. В Японии есть статуя свободы, которую подарили им французы, так же, как и американцам. Она, правда, меньше, говорят, чем в Лос-Анджелесе, но тем не менее она очень классная, красивая и производит впечатление. А также в Японии есть Эйфелевая башня, которая на 364 метра, по-моему, выше, чем во Франции, и легче, потому что она создавалась из более современных материалов.
В Японии есть колесо обозрения. На него мы не попали, но я думаю, не каждый бы осмелился. Оно просто огромное, невероятной величины. Наши колеса обозрения, которые есть в наших городах, рядом с ним покажутся игрушечными. Мы гуляли по улицам. На второй день мы снова с утра быстрее-быстрее отправились на экскурсию, где посещали район небоскребов. Это район Синдзюку. Это такой важнейший административный и коммерческий субцентр столицы. Фотографировались на фоне резиденции, там многоэтажные здания. Честно говоря, их даже не сосчитать, сколько там этажей. Такие величественные здания стоят. Причем нам рассказали о том, что японцы могут такую огромную высотку поставить за одну ночь, потому что она привозится частями уже готовая. Начинает строительство с крыши, да, на столбы, на огромные ставится крыша, а потом ставятся вот эти вот конструкции привезенные. Точно так же строилась великая токийская телебашня, которая называется Sky 3. На нее мы тоже попали. В общем, пыли, грязи в Японии нету. Там чистый ровный асфальт, необыкновенный воздух. Там очень чисто, нет ни одной бумажечки. Я ходила в один день, гуляла по городу и заходила в разные закоулочки, и там везде красота. Японцы очень любят природу. Они живут в гармонии природы с человеком. Там животные, они все ручные. Наверное, об этом Ирочка еще скажет, но дело в том, что мы были в месте, где на нас садились голуби и не хотели с нас слазить. В пруд опускаешь руку, и рыбы плывут к тебе. То есть они не боятся. Есть остров, где среди людей ходят олени и комфортно себя чувствуют те и другие. Есть остров, где зайчики точно так же взаимодействуют с людьми. Белочки ручные, там все ручное, так замечательно, такая любовь к природе у людей, это просто, ну, мило очень на самом деле. Мы проходили мимо ворот, где раньше находился знаменитый японский театр Кабуки, его перенесли, но ворота оставили, они очень величественные и красивые, там мы тоже фотографировались. Потом проходили музей самураев, туда можно было зайти и пофотографироваться с экспонатами. И проходили улицу, где японцы самовыражаются. В обычной жизни они ходят в серой одежде, в неприметной. У них не принято выделяться, носить бренды. И чтобы самовыражаться, в выходной день они идут на определенную улицу. И там уже надевают цветные волосы, красится кто на что гораст, там одежду какую-то вычурную одевает, цветную и так далее, и по этой улице прогуливаются. На следующий день они все это с себя снимают и опять в сереньком идут на работу, самовыразились, так скажем, один день, а на следующий день они уже такие вот все при деловом стиле идут на работу. Очень много там игровых автоматов. Здания 4-6 этажей игровых автоматов, они стоят в ряд, их там, не знаю, тысячи, наверное, мы с Иришей заходили, были поражены, они там все сидят, какие-то там экраны, шарики падают. Мы быстро оттуда ушли. Вот. Вся Япония вечером светится, там очень много рекламы. Там все так красиво, как будто бы ты попал в какую-то сказку на самом деле. И мы ходили на монумент, построенный Хачико. Мы знаем все собачку, которая ждала много лет своего хозяина, который не вернулся с работы, как Хатико по американскому фильму. На самом деле это японская собачка, которая жила в Японии, именно там ждала своего хозяина. Переводится как Хачи 8 по приплод, восьмой приплод.
И вот на ей при жизни поставили монумент, когда она была еще жива. И в этом месте очень большое скопление выходов из метро. И даже местные жители в нем могут затеряться. Если ты вдруг повернул не в ту сторону немного, чтобы тебе найти выход из метро, тебе потребуется минимум 1,5 часа. Очень страшно заблудиться. Там нет, там вот это вот монумент, это именно то место, где люди находят друг друга, они назначают там встречи. Мы с этим монументом сфотографировались, история длинная, не буду ее рассказывать, но она очень такая трогательная, классная. Очень, и там находится восьмикрестный пешеходный переход. На этом переходе ежедневно переходит дорогу 3 миллиона человек. Это просто невероятно. Мы переходили дорогу 8 раз. Загорается светофор. Это аттракцион, правда. И стенка на стенку друг к другу идут люди и переходят дорогу. Это такой муравейник. Тоже оттуда получили какой-то энергетический заряд. Хотелось сотни людей. Тысячи даже, мы переходили ее 10 раз, ждали специально, снимали, там все были в таком невероятном восторге. Там очень много магазинов, а в Японии нету аптек. Это прям удивительно. Если человек вдруг заболеет, то он обращается к доктору, и доктор, если выписывает ему 3 таблеточки, ему выдают только 3 таблетки. Аптек у них нету, и лекарства они не принимают. 99% японцев употребляют БАДы. Это очень, на самом деле, классно и логично, они не болеют. Так как принимают БАДы, здоровое питание, и все, они умирают в возрасте 113-115 лет в среднем. Это не самый высокий возраст, так скажем. Они умирают не от болезней, они умирают от старости, причем проживают ее очень-очень хорошо. Очень хорошо себя чувствуют. Там есть драгсторы. Драгсторы от... Ну, там продаются масочки для лица, и на все случаи жизни у них есть пластыри. Перегрелся на солнышке, наклеил на лоб пластырь, и все хорошо, пошел. Хочешь уснуть, быстро наклеил на пяточку, на стопу пластырь и уснул. Болит спина, пластырь маленький залепил, и спина перестала болеть. То есть какие-то травы у них есть, но лекарств у них нету. Очень интересные факты рассказывали о том, что они совсем не нарушают законы, они все законопослушные, но в их стране не отменена смертная казнь, и говорят, что кто попадает в тюрьму, из нее уже не возвращается. Точно так же нам рассказали о том, что люди не вызывают там скорую. Вызывают скорую лишь в крайнем случае, когда человеку совсем плохо, и он принял решение, что он уже не вернется никогда обратно. Вот такие у них вот обычаи. В этот же день вечером нас ждала потрясающая вечеринка приветственная. Это был потрясающий красоты сад, где все было так красиво. Нас встречали девушки, одетые в кимоно, очень красивые, милые, приветствовали нас. Мы проходили через красивые ворота. Обратите внимание на фотографию в серединке, где я сфотографировалась с Магнусом, как руководство оделось для нас встречать на вечеринке. Это было на самом деле очень трогательно. Попробуй заставь начальство там какого-нибудь банка или еще Газпрома какого-нибудь вырядиться. Они никогда этого не сделают, потому что, не знаю, люди другие, наверное. У нас международный бизнес, и были представители из разных стран, коллеги, так скажем. Более 50 стран присутствовало. Были потрясающие шоу.
тематические какие-то площадки, где можно было попасть на настоящую чайную церемонию, так как Япония знаменита чаем зеленым. Было шоу барабанов, такое вот, которое сотрясало душу на самом деле. Были танцы народные, где танцевали японочки, красивые японцы. Все это так было замечательно. И даже для нас на приветственной вечеринке показали сумо. Я не ожидала, что мы попадем и увидим сумо, но для нас показали абсолютно все. Это, конечно, дорогого стоит. Мы с Ириночкой там пробовали напиток, в котором были частички золота. Мы прям видели, как оно плавает. И вкус не передать ощущений от того, что можно попробовать, может быть, единожды в жизни. Да, это было в VIP-зоне. Еда была потрясающая. Там было столько всего. Рыбы, разных деликатесов. Я не знаю, я такой еды никогда в жизни не видела. И все это так вкусно. Все это так... Понимаете, надо там быть. И понимаешь, что мир, он вот не такой, каким ты его знаешь. Чем больше открывается перед тобой горизонты, тем больше ты начинаешь знать и обогащаешься внутри, появляется другое мироощущение, совсем другое. И такое руководство, вот смотрите, я не знаю, все открытые, улыбчивые, со всеми фотографируются, всем желают всего-всего самого наилучшего. Это просто прекрасно. Следующий день после приветственной вечеринки мы еще общались, конечно, с коллегами из других стран, пытались практиковать английский, но я практиковать немного. Ириночка у нас так хорошо объясняется на английском. Вот, мы понимали друг друга. Следующий день у нас была бизнес-конференция. Бизнес-конференция. Там были такие люди потрясающие, которые открывали очень много званий за год. И они рассказывали, кем они были до Oriflame и что у них происходит в жизни сейчас. Была девушка, которая были фотографии, когда ей было нечего есть. Она работала на фабрике, ее оттуда уволили, ей негде было жить. И вот в этот момент пришла как раз-таки, наверное, это была судьба, она встретила человека, который предложил ей возможности Oriflame. Были вьетнамцы, очень плохо мне было слышно в одно ухо перевод, но, знаете, его можно было бы и даже перевода не слушать. Они так рассказывали, от них так веяло энергетикой, что слов было непонятно, но было понятно одно, в каком они состоянии сейчас находятся в этот момент. Сколько в них энергии. Наш бизнес строится на энергии. Были абсолютно разные люди с разными историями, и у всех у них был успех, потому что в какой-то определенный момент они приняли для себя решение и просто делали. Меняли свою жизнь с ног на голову, так скажем. Сейчас я расскажу вам, у нас была первая часть международная, где рассказывали самые успешные лидеры свои истории, потрясающие. И была после перерыва, где мы общались с роботом, интеллектуально развитым, который отвечал на вопросы, мог даже шутить. Тоже потрясающие технологии. Там, конечно, безусловно, этого всего не передать. Но когда с тобой разговаривает машина, отвечает на твои вопросы, это, конечно, очень впечатляет. Я вам сейчас расскажу о том, как дела состоят у нас в России. Так. На самом деле
наша страна хорошо развивается. И вот была встреча российских топ-лидеров в рамках бриллиантовой конференции, и там нам озвучили результаты. На бриллиантовой конференции было 146 участников из России. Представляете, с уровнем бриллиантового директора и выше. Они говорили, нам говорили со сцены о том, как все лидеры важны для Oriflame и как они высоко ценят нашу работу. И вот такие вот показатели за год. 2628 новых званий было. 122 лидера с двумя и более новыми званиями, то есть не по одному званию они открывали в год, а несколько. Это с уровня бриллиантового директора, не директора. Исполнительная команда 2 человека, бриллиантовая команда 17 новых человек, директорская команда 1024 новых директоров. 1586 новых старших менеджеров, которые через короткий промежуток времени станут директорами. Представляете, как круто! Время роста, оно сейчас. 1 503 000 долларов единовременной премии уже выплачены людям. 7 250 000 рублей юбилейные премии, которые вот недавно объявили, 50 000 рублей за новое звание. Такие суммы, от которых мурашки по коже. 33 почти миллиона рублей выплачены бонусами «Мой автомобиль». Представляете, насколько наша компания мощная, сколько в ней финансов и насколько она вот такая непоколебимая. 82 миллиона рублей, более 82 миллионов рублей суммарно дополнительно к плану успеха Oriflame выплачено. Это все за 2017 год. У нас на бриллианты в 2018 году 146 участников принимали участие в бриллиантовой конференции. 793 человека летят в Хорватию отдыхать на менеджерскую конференцию. 793 человека в другую страну. 672 человека в Мадрид. Золотая конференция, 672. Почему бы не мы, правда ведь? Это из России. Да, это из России. 155 новых званий с уровня директора и выше. 3 новых звания в бриллиантовой команде. Сегодня время для каждого в Oriflame. Нам говорили о важности того, что нужно совмещать офлайн и онлайн. Работает и то, и другое, но вместе работает лучше. Три основные возможности Oriflame. Нужно звать на все. Разная аудитория готова приходить на разные возможности. Нам нужно звать на все. И человек сам для себя решит, что ему ближе. У нас сейчас тренд, да, узконаправленные студии, магазины. И мы тоже в тренде. Мы... Больший акцент делаем на нашу продукцию, это на Veg и Wellness. Она самая лучшая в мире. Бизнес на основе баланса онлайн и офлайн, я как уже говорила, это главный сегодняшний тренд. Сами знаете, как компания нам помогает в этом. Есть такие мероприятия, как антикастинг, в которых миллионы людей принимают участие, да? Нам нужно ускорение, продвижение всех возможностей Oriflame. Что у нас есть? Инновационная продукция, немедленный доход, бизнес и неограниченный доход. В Oriflame очень много предложений. Широкий ассортимент, доступные цены, глубокие скидки, качественные ингредиенты, тренды, инновации. Но многие об этом уже знают, да? Вот сейчас у нас идет каталог. В каждом каталоге до 300 продуктов с ценой до 300 рублей. 300 рублей – это небольшие деньги. 300 продуктов до 300 рублей. Более 300 продуктов со скидкой, скидки до 70%. Листая наш каталог, хочется скупить все, потому что цены очень привлекательные.
Вот нам говорили, приводили пример, да, что вот настолько состав у нас шикарный продукты, настолько шикарный состав, что дешевле быть не может. Понимаете, что там кокосовая вода, настоящая дыня, все вот это вот органический чистый продукт 159 рублей. Разве это дорого? 99 рублей, 169 рублей. Для нас компания, для того, чтобы мы зарабатывали, ввела пакет акций, такие как «Вау Весна», где на каждой неделе предлагаются продукты с большими скидками. Очень было гордостно и приятно, на самом деле, когда на встрече показывали нашу Ириночку Басюк, как она наш продукт продвигает, показывает пример. Что смотря на то, как она пользуется продуктом, она ему никому не продает, она просто делится своими эмоциями, и насколько вот прям лицо компании так было приятно, очень, прям вот до мурашек, что наша Ириночка на вот такую глобальную конференцию, ее ставили в пример. Для нас разрабатываются всякие программки, скин-эксперт, очень классно работать с клиентами, да, показывать состояние кожи, рекомендовать очень просто комплексный уход. И не забывать, конечно же, о нашем плане успеха. И не забывать о показателях. 15% рекрутинга, 60% конверсии, 70% активности, и у вас будет бурный рост. Так, здесь мы говорили про ускорение, о том, что нужно обращаться к помощи астмам. Они обязательно помогут проанализировать и запланировать бизнес-показатели. Про программы, которые для нас запускают, программы для нашего роста. И у нас будут новые инструменты для увеличения товарооборота. Это каталоги Wellness. С седьмого каталога у нас будет отдельный каталог Wellness и Novage. Очень круто. На самом деле, это крутая новость. Будет он действовать квартал. Да, классно. Все сделали для рекрутирования, пакет программ, да, на драйве. Вот столько у нас акций, даже иногда в них путаешься, сколько всего мы можем получить. Это и шикарный набор посуды фарфоровой. Стартовая программа абсолютно бесплатная, где можно все попробовать. Чайная классика, где мы просто делаем заказы и за это еще получаем такие шикарные подарки. Вау, весна. Каждую неделю продукты по невероятным ценам. Программа «Адреналин», где можно заработать до 40 тысяч рублей на пути к званию директора. Программа «Мой автомобиль» остается дополнительно 10 тысяч рублей каждые 3 недели к зарплате. Вау, вау. 50 тысяч рублей, юбилейная премия. И она еще, продлили. Она должна была в восьмом каталоге закончиться, ее продлили до четвертого каталога, чтобы дать возможность людям заработать больше денег. Ну, это просто. Еще премия «Возвращаем рост». Еще дополнительно 40 тысяч рублей. Представляете, сколько денег я даже договариваться начала, можно получить. И для этого нужно лишь сфокусироваться на рекрутировании. Все лидеры, которые там были, на вопрос, что нужно делать для роста, отвечали: нужно рекрутировать, нужно приглашать людей. Вот в этом весь секрет. Секретов больше нет. Вот на этом, наверное, я закончу свою часть выступления. У вас есть амбициозная цель роста. Вы хотите стать президентом. У вас все еще есть амбициозные планы. В общем, вот этот вот слайд, он действительно такие вопросы, над которыми стоит подумать, чтобы дать на них ответ. Магнус на встрече говорил, что он очень любит Россию, просто обожает Россию, и что Орифлейм никогда из России не уйдет. И он, очень врезались мне слова в память, что он сказал: «Я обещаю вам до последнего дыха
Oriflame будет в России, и я хочу, чтобы лидеры из России в Oriflame составляли глобальный рейтинг топ мира. И он очень большие надежды на нас возлагает. Желаю вам новых званий. Действуем, растем и летим на бриллиантовые исполнительные конференции. Возлагает. Желаю вам новых званий. Действуем, растем и летим на бриллиантовые исполнительные конференции. Посмотрите, в каком я кимоно встречаю вас. У нас с мужем еще вот такие футболки. У нас с мужем еще вот такие футболки. Одинаковые, девочка и мальчик. Вот. А это кимоно мне подарили Марина и Илья Перфилев. В общем, я вот такая вот красивая, да. Фонит немножко, окей, сейчас поменьше сделаю. Сейчас лучше? Должно быть лучше, правда же? Хорошо? 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 Вот. Да, кроме того, у нас еще, я уже запуталась какой-то день, у нас Владимир, семья Полежаевых приглашали на встречу, и там собрались лидеры с разных структур, не только их ребята, и обсуждали много о том, как растут новые бриллианты, как растут новые топ-лидеры. И все они говорили, что на драйве, чем больше драйв, чем больше рекрутинг. И наверняка вот вы видели уже трансляцию, она у нас в Телеграме, очень много записей, поэтому, ребята, здесь лучше просто пересмотреть, как быстрорастущие бриллиантики, топовые лидеры растут, что они говорят, как они делают. Опять фонит. Чуть-чуть давайте, ну вот так вот убавлю. Хорошо? Лучше? Фонит. Микрофон. Лучше? Хорошо? Или еще фонит? Я прям практически убавила звук. Отлично. Аригато гозаймаса. Мне нравится, с каждой стороны ты приносишь какие-то слова, фразы какие-то. Аригато гозаймаса. Я прям не так настолько врезалась в память, постоянно все время благодарили. Итак, четвертый день, 20 апреля, мы посетили Камакура. Камакура – это столица Японии. Столица Японии периодически раз в 150 лет переносят. То есть Камакура была, Камакура, Киото, Токио. И скоро есть слухи, что после того, как будут Олимпийские игры, после этого столицу Токио перенесут. И еще, ребята, я, например, не знала, что на самом деле Токио, вот нам понятие, Токио это город, нет. На самом деле Токио состоит из, по-моему, 20 городов, это районы, префектуры, разные города, да. И в Токио живет где-то там порядка там 12-16 миллионов людей, которые не имеют собственного жилья, они все снимают квартиры, в основном это офисные здания. И еще 40 миллионов людей, они... Там, то есть остальные 40 миллионов людей, они съезжаются в Токио, до 40 миллионов, да, они работают, это вот с районных центров, с районных городов. Конечно, очень интересно, здорово, реально, реально впечатляет. И у них рабочий день начинается каждые 30 минут, то есть 6.30, 7, 7.30, 8, 8.30, 9, 9.30 и так далее, да, каждые 30 минут у них начинается, и вот так вот график смещается для того, чтобы люди могли... Они создавали какие-то пробки, то есть очень, очень интересно. На самом деле столько много фактов интересных, которых вообще, то есть ты не знал, не слышал, и ну, впечатляет. Вот, так вот. Камакура, я не помню, сколько, где-то полтора часа от Токио мы ехали, потому что мы общались, настолько все это быстро происходило. Вот, попали туда. Это шикарное, шикарное место, красиво. Ты вот попадаешь в ту старую, старинную Японию, и Камакура славится своими храмами, и один из главнейших храмов, это где есть дайбаца, их это Будда, самый большой Будда в мире. Сначала его сделали из дерева, потом отлили в бронзе,
До этого была позолота, но остались в некоторых местах, потому что со временем. Храм несколько раз горел, было много землетрясений, и поэтому вот получилось так, что вот этот храм остался под открытым небом. Раньше, конечно же, Дайбаца, Будда, он был закрыт в храме. Ну, а сейчас осталось все это вот, вот такой храм на открытом месте. Вот, и пока я не забуду, там вот вообще в Токио около 400 землетрясений, и каждый день, несколько раз в день идут землетрясения, и какие-то ты чувствуешь, ты ходишь вот в каком-то зомби-состоянии немножко, вот, и это ничего страшного нет, то есть ты как бы не чувствуешь нормально, и нам говорили, что все дома, то есть это не страшно, все дома, они как лего, даже если есть землетрясение, то вот эта вот коробочка, она просто коробочки между собой, они ездят по шарнирчикам, то есть и вот эти высотки зданий, то есть ничего страшного, и если прям там 8-9 баллов, то ты заходишь, главное забежать в туалет, потому что там система есть, вода, то есть водоснабжение специально сделано, то есть там можешь ты неделю жить, то есть очень все продумано, вот. А в центре фотографии, это она внутри, да, внутри Дайбаца, внутри Будды стоит, то есть да, ты когда стоишь там, пощупать, потрогать, все настолько сильная энергия, вот реально не хочется уходить, и о чем я жалею, будучи в Японии, что было мало времени, и мы бегом, бегом, бегом везде бегали, а хочется вот так вот щелк остановить и вот просто остаться здесь сейчас, вот со своими мыслями. Много храмов, я забыла название, потому что очень, ну, там реально храм на храме. Вот, а впечатлило, конечно, еще бамбуковая роща, наверняка вы слышали и видели вчера, Катюшка Филиппова рассказывала про то, как растет бамбук, 5 лет его поливают, и потом каждый день он вырастает на до 90, 60-90 сантиметров, да, и вот-вот он бамбук. Ну и, конечно же, есть отдельно бамбуковые рощи, и вот здесь мы тоже фотографировались. Очень интересно впечатляет японцы, японские ученики. Они все такие маленькие, миниатюрненькие, такие вот красивые. У них вот причесочки вот этих девочек очень часто встретишь каре. Здорово, здорово. Потом мы еще... Нам сказали подняться по лестнице, мы поднялись по лестнице и встретились, конечно же, получили красивый вид, это вид на океан, это вообще невероятное зрелище, а в центре вы видите нашего гида Лия, она с нами была 3 дня, она рассказала столько интересных фактов, она живет 27 лет в Японии и столько уникальных, у нас с Кристиной заснято много видео, я думаю, что мы обработаем и расскажем вам, как это все происходило. Вот Лия для нас, конечно же, много рассказала, потому что когда у нас еще были экскурсии 2, мы ездили на Фудзи и обзор на экскурсии, у нас были японки. Одна из них преподаватель русского языка. Как она говорила, было настолько неинтересно. Ну, как-то вот слышал, как-то фоном. Но вот то, что нам рассказала Лия о Японии, это действительно впечатляет. Вот о чем говорила Кристина. Насколько там все ручные животные. И вот голуби, они сами на тебя садятся, на плечи. То есть они, то есть ты хочешь покормить. То есть они настолько привыкли с людьми быть. И вот я видела в видео, там ребята просто засовывают руку в воду, да, они гладят рыбу, это нормально, понимаете, вот вы в воду засовываете руку и гладите рыбу, и она от вас не уплывает, то есть как такое возможно, я не знаю, но все насладились вот этими голубями, и мы практически все это время провели, ходили, гуляли, вот, и для меня самые яркие впечатления, конечно же, были, это океан, я так просилась, мы говорили, что мы опоздаем, у нас должна быть гала-ужин, и мы могли опоздать 5 часов, нам надо быть в отеле,
Вот, я говорю, ну, пожалуйста, ну, заедьте на океан, заедьте, потому что у меня уже стало традицией, да, для меня это очень важно, там, например, Архангельск, одна часть континента, Португалия, Лиссабон, крайняя точка Европы, самая крайняя точка Европы там, да, Канарские острова, Майами, где-то вот, вот разные страны мира, и для меня очень важно море. И я говорю, как это так, мы проезжаем мимо моря, мы не заедем мимо океана, и мы заехали, и было вот реально счастье, нас оттуда было не вытянуть, мы как сумасшедшие бегали по океану, и реально океан был теплый, можно было купаться, вот реально можно было купаться, я думаю, что если побольше времени были бы купальники, все были бы уже там. Впечатлило, конечно, то, что как природа, я обнимала дерево, и нам говорили, вот этому дереву 300 лет, и ты представляешь, какая это мощь, это настолько здорово. Еда, очень интересная еда, мороженое, зеленое мороженое, чайное мороженое. Вечером был гала-ужин. Гала-ужин, парад званий, парад, шикарное место, ресторан, потрясающая еда, атмосфера, было много красивых номеров, интересных номеров. Я думаю, что вы еще можете в сторис посмотреть, у меня есть по папочкам у других топ-лидеров, как это все происходило, руководство. Мы сидели за столиком, и спина к спиной мы сидели к Ален Мавону. Вот рядышком Ален Мавон с нами сидел, и глобальное руководство Швеции, то есть вот рядышком с нами. Это так круто, ты понимаешь, что тем более кого-то всех, всех этих людей ты знаешь. Очень здорово. Сцена просто вот... поток людей, звания, звания, бриллиантовые старшие, дважды бриллиантовые, исполнительные директора, президенты. Ой, это было, конечно же, здорово, все воодушевленно, а ты сидишь и так, я тоже туда хочу на сцену, я тоже туда хочу на сцену. Так это мотивирует реально. Вот, а на следующий день у нас, вечером пришла, и потом мы еще, наверное, часа, наверное, два общались, нам Катя Акопян пришла в номер, она рассказала, сколько стоит эта конференция, сколько стоит ресторан, мишленовский ресторан, она по цифрам, я не буду сейчас это озвучивать, может быть, потом отдельно я вам в чате сумму расскажу, вот, это, конечно, бешеные миллионы. Вот, ну это они знают руководство. Да, челюсть отвалилась, да, реально отвалилась. Вот, на следующий день была обзорная экскурсия по Токио, но да, то впечатление от гида у нас было, и когда переводила японочка, это было как-то неинтересно, и практически всю такую вот информацию мы уже услышали, но было здорово. Мы бесились, мы фотографировались, вы видите, там все лидеры, вы все сетов лидеры, да, вот, валялись на траве. Ну, было, конечно же, здорово. Первая часть. Сначала нас привезли к императорскому дворцу, но это действующий императорский дворец, и там живут, ну, соответственно, скажем так, власть, да? Вот, но императорский, вот, скажем так, сад императорский, там можно было ходить, гулять, фотографироваться. Мы много времени не провели. Почему? Потому что у нас было много мест, которые мы посещали. Следующее место нам, у нас было 2,5 часа. Это огромнейший парк, и нам сказали, что где-то по парку вот отвезти, там где-то, может быть, часик, можно погулять, там мы на скакалочке, там большая скакалка попрыгали, какие-то зоны, велозоны, а потом дойти до другого, до храма, главного храма Токио, где-то пройтись минут 40, а те, кто, например, не хочет храм посещать, могут посетить шопинг. Но нам надо было успеть все, поэтому мы бегом-бегом с Мариной, Ильей Перфильевым, быстренько побежали там до главного храма, вот, и потом уже еще даже успели на чуть-чуть на шопинг. Шоп был на самом деле токийская свадьба, японская свадьба. Это, знаете, вот, может быть, кто-то в Инстаграме у меня видел ролик, это, знаете, это молча идут, вот, знаете, такая церемония, или такое ощущение, что это похороны. Не знаю, в чем дело. И вообще, как бы, в Японии мужчин в 2 раза больше, чем женщин. Женщины не хотят выходить замуж рано, то есть в 40 лет еле-еле их можно уговорить выйти замуж. И в основном, то есть они могут расписаться и жить, даже у них могут быть дети. Но свадьбу они сыграют после
40 лет, у них уже есть дети, это безумно стоит дорого, и они не особо много общаются, поэтому даже на свадьбу они покупают людей, чтобы те присутствовали у них на свадьбе. То есть, ну, такие странные обычаи, но сейчас, конечно, есть разные обычаи, да, молодежь — это совершенно другие, это другой мир, другое измерение, как они одеваются, как они ведут себя, это вот анимешные девчонки, вот я фотографировалась с такими девчонками, такие красивые красотки, интересные, то есть абсолютно, то есть и самое интересное, вот мы искали, нас привели на шопинг-улицу, и если вот мы с ребятами были на перекрестке Шибуи, то есть где вот 3 миллиона человек проходит сзади, но то, что было на шопинг-улице, это, мне кажется, там было еще больше людей, там просто толкучка, как ты вот в автобусе идешь, это просто масса, и вот это вот все туда съезжаются. И мы пытались найти два магазина, это игрушечный, магазин игрушек, представляете, 4 этажа, только игрушки, только детские игрушки, и 4-этажный магазин фикс прайс, все по $1, 4 этажа, представляете, то есть мы пытались найти, мы не нашли, потому что никто не говорит по-английски. Никто. Мы даже через Google переводчик, все, никто не может понять английский язык, ничего, да, вот. И было что поразительно, да, ну, казалось, ну, что там острова, там, Япония маленькие, для меня понятие было вот Китай, да, ну, и чуть-чуть там японцев. А на самом деле вот на вот этой маленькой части Японии проживает точно такое же количество людей, как на всей нашей России. Вот для меня это вот как так? Представляете, Россия, полностью Россия, и чуть-чуть островов по количеству людей одинаково. Вот. А после пробежались, у нас был шок. А, вот, пожалуйста, вот как одевается токийская молодежь. Я сфотографировала, нашла, подобрала слайд. Это вот анимешки такие прикольные. Как они делают макияж, да? У них отдельные магазины одеваться. Вот мы с Кристиной зашли, я начала снимать, нам потом запретили снимать. Ну, это просто фантастически. Я знаю, я, наверное, одна из тех, которая вот так вот бы одевалась, потому что мне это нравится, это здорово. Про ноги, ноги. Там девочки идут с кривыми ногами, и это считается круто, если у тебя кривые ноги, и они, если у тебя очень кривые ноги, и ты вот так косолапишь, этому обучаются, их отдает специальное заведение, где несколько лет учатся, и считается, что такая девочка породистая, что у нее богатые родители. Представляете? Вот. Да. Было 2,5 часа отведено на эту зону, нужно было пробежать все и успеть доехать в следующее место, потому что реально вот в токийском метро, во-первых, такси стоит безумно дорого, а токийское метро, так это вообще просто страшно, но представляете, если вы вышли на той станции, но вы вышли не на том выходе, то есть один выход и другой, это примерно 1-1.5 часа. А представьте, найти, когда никто даже на английском не понимает, и все вот в иероглифах написано, то есть это просто вот паника. Туда вообще, я не знаю, у меня, например, в метро я бы боялась даже спускаться. Вот гид нас везде паровозиком водил, вот там толпа на 20 человек, она нам покупала билет, отводила вагончик, и все это было очень быстро. Вот, а здесь у нас вот именно с компанией была экскурсия. Ну и, конечно же, много-много было командных фотографий, вот с ребятами, много позитива, угорали, веселились, и, конечно же, на нас тыкали, смотрели плохо, потому что мы создавали много шума, несмотря на то, что нас предупреждали это не делать. Ну вот, мы были безумно-безумно счастливы и рады. По поводу шопинга. Обычно я отвожу минимум один день шопингу, но в этот раз было так вот. Увидел, хватанул. И впервые за много-много лет из всего, скажем так, я все время вещи покупаю. Я купила только 2 футболочки. Представляете, все, себе и мужу. Все остальное были штук 20 масок разных для лица. Тканевые маски – это культ. Это культ. Я уже попробовала сделать одну из масок. Там маски, тканевые маски делают каждый день, либо через день. И я, поверьте, они примерно по стоимости, как наша маска Novage. И первую маску я попробовала, да, мне интересно сравнить по свойствам, по качеству как. Но вот честно говоря, вот признаюсь, поклянусь чем угодно, наша маска круче.
Не знаю, как другие маски, может быть, я еще более дорогие буду пробовать маски, но наша маска круче. Я взяла чай, киткаты со всякими вкусами, лейкопластыри, которые вот от температуры, капли для глаз. Я в шоке была от капли для глаз. У меня глаз таких никогда не было. Но они реально пекут, очень сильно пекут, капаешь, все. 5 минут из твоей жизни должно выпасть, ты ложишься, печет глаза, но зато потом такой кайф, глаза белейшие. В общем, я взяла много таких чудес аптечных. Вот. Нам также подарили вот такой замечательный аппарат SkinPro. Потом, наверное, вы видели уже, да, такие щеточки, массажики разные. Вот. Об этом я все вам покажу, расскажу. Что забыла похвастаться? Вот, чем? Вот. На следующий день мы поехали на Фуджи. Фуджи. Вот. Первое впечатление, конечно же, мы туда ехали почти 3 часа, попали в пробку. И первая остановка у нас была на 2000 метров, мы поднимались над уровнем моря. Чтобы, вот, понимаете, вы попадаете из плюс 30, почти 25-28, вы попадаете туда, там, где еще снег. И это так, снег, и там ветерок холодный. Спасибо Марине, она мне дала свой теплый шарф, который из кенгуру, по-моему, да, вот такой теплый-теплый шарф, я обмотала, чтобы не заболеть, потому что, ну, вот реально там простуда была, потому что ты скакал, холодно, тепло, холодно, первые дни так вообще был ветер, дождь, и вот как, вот чуть-чуть бы снег сорвался, у нас через день, вот, когда обзор на экскурсию, у нас уже реально было жарко даже в футболках. Вот, посередине вы видите фотографии, периодически мы пересекались, это ребята из Польши, мы с ними познакомились еще на лайнере, общались, они, вот семейная пара бриллиантовых директоров, очень интересно, и вот мы один из дней после приветствия вечеринки, мы с ребятами потом долго еще общались, обменивались опытом, интересно, мы периодически в Фейсбуке общаемся, здорово. Вот, а гора Фуджи, конечно, очень сильно впечатляет, очень красивая. И после этого, но с другой стороны, когда мы поднялись туда, я говорю, это все, и нам сказали, у вас буквально там 20-25 минут, и мы едем в другое место. Я говорю, я 3 часа ехала туда, и мне просто хотелось сбежать от всех, просто убежать и подняться самой в гору. А на гору, это 5-я станция, самая высокая, мы должны были, скажем так, туда подняться на гору можно всего лишь полтора месяца в году дается время. Вот, но вот хотелось просто от всех убежать и побыть там. Мало времени, мало, тем более такая была толпа большая. Вот, потом нас спустили с этой горы, и дальше нас подняли еще в одно шикарнейшее место, там, где, как вот сказать, не горячие источники, горячие гейзеры, вулкан, он еще действует, он потухший, но он потухший действующий, и в любой момент может произойти извержение вулкана. Вот, это, конечно, здорово, нас подняли туда на подъемниках, здорово, там есть черное мороженое с углем, я не знаю, там с лавой, есть черные яйца, которые надо было купить, просто, опять же таки, времени хватило, кто-то, вот девчонки успели, я сфотографировалась, говорят, что яйцо такое съеденное продлевает 7 лет жизни, то есть оно настолько полезное, его варят вот прямо вот как кипит вода, вот и вот настоящие вот из этих гейзеров, их туда опускают эти яйца, они там варятся, достают, и вот они пропитанные вот этой вот водой, они очень-очень полезны. А на вкус как обычные яйца. Ну вот они чем-то ценные, вот эти вот минералы, которые прям из земли бьют, да, ключом, это круто. Вот, а потом нас повезли на одно прекрасное место, ну, что вот реально действительно впечатлило. Когда мы в отеле покушали, а обед был прекраснейший, очень наивкуснейший, мы потом вышли из этого отеля, пятизвездочный отель, то есть это совершенно там вот с одной горы поднялись, на другую опустились, и вот как бы так, да, мы вышли из отеля и увидели такой прекраснейший вид. Нереально красивый, прекраснейший вид, будет видео, ну вот реально вот впечатлил, и японцы, они сами не понимаются, вот куда мы первый раз поднялись на эту гору, почему, потому что самый красивый вид, это когда ты любуешься горой издалека,
Вот это реально ты оценишь. Красавица, просто красавица, суровая красавица, все говорят. Потом нас опять спустили, спустили, спустили к озеру, и мы отправились на корабле. Мы плавали на корабле, конечно же, первое, мы только сели внутрь корабля, но это, мне кажется, я там сидела, одна фотография, буквально 2 минуты была, потому что я вскочила, у меня просто был драйв, адреналин, и мы ходили, перемещались по кораблю, общались, и, конечно, вот это вот вулканическое озеро, ну, было очень здорово, было очень круто, и мы пообщались с лидерами, с президентами компании. Вот, ну здорово, впечатлений, вот, ребят, впечатлений очень много. Все не рассказать, вот не поделиться впечатлениями, мыслями, эмоциями. Нужно быть здесь, нужно делать все возможное и невозможное для того, чтобы путешествовать по миру. Потому что, вот как и говорила Кристина, ты открываешь мир совершенно по-другому. Надо быть, надо быть. Я вам хотела бы показать маленькое видео, которое мы сняли на корабле, оно такое спонтанное, с Мариной Гавриленко, которая, в принципе, организовала все эти экскурсии, она нашла гида, вот, посмотрите, посмотрите, вот, и, конечно же, чуть позже я смонтирую, как-то сяду все эти видеоролики, чтобы вам показать нашу Японию, Японию нашими глазами. И, конечно же, приглашаю вас на все конференции, которые еще будут в компании Oriflame. Буквально пару месяцев пройдет, и компания Oriflame объявит нам менеджерскую конференцию Oriflame. Какая будет страна, мы не знаем. Но именно сейчас вы можете сделать задел. Как вот это вот бамбук, посадить семена для того, чтобы они выстрелили. Выстрелили летом, осенью, и вы все квалифицировались на конференцию. Это того стоит, потому что Oriflame делает конференции нереально крутыми. Ребята рассказывали, что на конференции одна девочка была знакомая, которая тоже в это время поехала в Японию. И когда она смотрела Инстаграм, она говорит: «А ты где?» Я, говорит, я в Токио, говорит, я тоже в Токио, но, говорит, и все видели Токио разным. Она и то, что делает компания, где мы побывали, за какой короткий, точнее, вот за вот эти вот там 7 дней мы побывали в стольких местах, что люди не посещают, я даже не знаю, то есть очень высокий уровень. Это реально кайф. Ребята, я с вами прощаюсь. Наша конференция, последний день. Встретимся на следующий вебинар. Завтра а мы сейчас улетаем. Посмотрите наше. Было очень здорово, видео, но было грустно, что все, не хватает всем успехов. Вас. Да, конечно, пока, это пока. Сложно. Действовать, особенно когда у тебя не получается, особенно когда ты теряешь веру, потому что ты делаешь, у тебя не получается, особенно когда тебя отговаривают, и ты уже вот-вот сдаешься, но почему вы равняетесь на тех, у кого не получается? Почему вы не равняетесь на тех, у кого получается? Кто это делает, то достигает. Посмотрите, сколько людей, столько миллионеров, долларовых миллионеров компании Oriflame. Они тоже действовали, и у них тоже не получалось. Их знакомые тоже отговаривали. Посмотрите, какое крутое место. Вообще. Ребята, давайте делать все возможное, чтобы изменить свою жизнь, путешествовать. Договорились? Договорились. Друзья, номер один Польши. Договорились. Золотой президент Мексики, номер два мира. Договорились. Да! Президент из Коста-Рики, друзья. Президент из Коста-Рики маленькой. Договорились. Tú también puedes. Hola, un saludo para todos. Договорились! Итак, вы делаете? Договорились! Договорились? 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 Закат Хакуна. Смотрите, какие красивые кораблики. Честно говоря, вас очень не хватает вообще. Так хочется с вами, ребят, дорогие мои. Это легко. Для себя программу в голове, что это легко. Договорились!